Отечественные ученые предлагают большей части казахстанцев просыпаться на час позже. Они намерены добиваться введения единого часового пояса на территории всей страны. Напомню, сейчас западные области Казахстана живут на час позже, чем все остальные регионы. Межведомственная рабочая группа после года работы заключила, что переход на часовой пояс UTC+5, который как раз установлен на западе республики, больше соответствует биологическим ритмам казахстанцев. Минздрав идею поддерживают и считают, что это положительно скажется на здоровье людей. Ученые заверяют, что просыпаться, бодрствовать и ложиться спать по новому времени будет легче. Оказалось, что сейчас большая часть населения живет не по своему географическому часовому поясу. Кроме того, перевод времени на час назад улучшит взаимодействие экстренных служб, координацию транспорта, ведение бизнеса и устранит невидимые барьеры между жителями разных регионов. Казахстан живет почти 100 лет в декретном времени. И давно уже назрел вопрос скорректировать это время под более оптимальное для нашей страны. При этом обратите внимание, что на самом деле наши часовые пояса, они не совпадают с этим временем. Поэтому вопрос надо решать кардинально, раз и навсегда, ввести единое время в Казахстане и уже больше его не трогать и не двигать никуда.